Выходя из маршрутки, я попала в сугроб. Расчищая дороги, снег сбрасывают на обочины и не убирают. Конечно, это доставляет людям неудобства. Наверное, надо обучиться навыкам альпинизма и преодолевать снежные залежи для того, чтобы сесть в общественный транспорт. А ведь перебираясь через такие сугробы снега на остановке, можно упасть. Были случаи, когда люди чуть не попадали под колеса автомобиля. И проблема никак не решается. Осенью на сайте администрации была информация о том, что к обслуживанию дорог в зимнее время подготовлено 109 единиц спецтехники, а город будут обслуживать 185 рабочих, обеспеченных всем необходимым инвентарем. Также, помимо этого, в соответствии с правилами благоустройства города, собственники, владельцы и пользователи зданий, сооружений и строений обязаны очищать от снега и наледи прилегающие территории, а также обрабатывать их средствами от скольжения. Но, несмотря на это, сугробы с дорог не исчезают, а недовольство горожан растет. И в транспорт неудобно заходить, и вообще проезжая часть меньше становится, не проедешь нигде. Мне вообще не нравится, как убирают. Поткнешься и носом-то. Как же, ноги поломаешь. Это не первый раз. На остановку выходишь из троллейбуса и не знаешь, как встать, куда. Вот именно очень неудобно. Очень. Смотря как остановится. Иногда останавливается прямо на сугроб, и пройти нельзя, потому что вот троллейбус, вот сугроб. Проверки по очистке территории проводятся. Префектурами районов Рязани ведется работа с предприятиями и организациями о закреплении за ними прилегающей территории для уборки снега. Но нарушения все равно есть, и даже штрафы не пугают. Рязанцам остается только разводить руками. И все же, если вас беспокоит проблема расчистки тротуаров от снега, можно обратиться в управление благоустройства города по телефону 25 23 30.